Всем доброе утро, ребята. Пока быстро вышло солнце, это просто нереальный момент в Питере. Я вам покажу, что у меня за окном. Вы только посмотрите. Это же вообще слов нет, как красиво. Если бы не этот столб, который поставили. Ой, все только портит. Ребята, вы посмотрите, какая красота. Вчера был жуткий туман, просто жуткий туман. А сегодня, вон даже смотрите. О, красоту надо сфоткать. Ой, как красиво, ребят. Я не один такой. Ну все, красиво получилось. Ой, стоп, это же мой одноклассник. Ребят, это мой одноклассник Олег. Сидели с ним за одной партой. Что я его даже не узнал сверху. Нам бы этому потом написать. Так. Ну вот такая красота, ребята, вот такая красота, невероятная. А последствия чего это? У нас вчера был ужасный туман, просто, ребята, как молоко, ничего не видно было, ничего. А сегодня, вообще, вы только посмотрите, это же обалдеть, как красиво. Небо какое. Но, тем не менее, это не значит, что я буду сидеть дома и любоваться этой красотой из окна. Сейчас я буду собираться, и мы с вами пойдем в гараж. А что дальше, уже скажу. Ребята, я уже по пути в гараж. Блин, такая красота сегодня. Все такое морозное, белое. И самое главное, посмотрите, какое небо сегодня. Просто вообще, ребята. Солнце такое яркое. Вот не знаю, как вы, но мы в Питере давно солнца не видели. Красота вообще. И воздух такой свежий, морозный. Ой, и влаги нету этой жуткой. В общем, красота. Идешь и наслаждаешься. О, кайф. Давно такой погоды не было. Так, сейчас, ребята, будем переходить дорогу. А, и там все просто прям бело-белоснежное. Смотрите, какое солнце. А? Так. Переходим. Вообще, огонь. Знаете, сразу настроение поднимается, потому что вот этот весь мрак питерский. Нет, ну хотя говорят, что у природы нет плохой погоды. Все-таки есть. Сегодня погода просто офигенная. Просто прям вообще нереальная. Ай, солнце какое вообще. Красота. Ну не знаю, градусов 5, наверное, по ощущениям, ребята. Где-то так. Но не больше. Видите? Так, сейчас будем греть машинку, я расскажу, куда сегодня едем. Так, ребята, все, я уже выезжаю. Сейчас едем в сервис Bosch. В автосервис Bosch. Будем менять масло. Будем менять масло и фильтр масляный. Меняю я только в сервисе Bosch, ребята, потому что у меня много лет был плохой опыт, неудачные замены масла, о котором я тоже чуть-чуть попозже расскажу. Вот, сейчас поедем. Но мы не записывались по времени. Сейчас туда приедем, и нам скажут, во сколько подъезжать. Или, может быть, там уже будет свободно. Не знаю, посмотрим. Короче, быстро рассказываю. Каждый раз, когда я в том же сервисе менял, что и мне сказали, что у вас все в порядке с ходовой. Ну, я долго в этом сервисе обслуживался. Каждый раз, когда я менял там фильтр и масло, меня постоянно выбивало фильтр, ребята. И текло масло по всему двигателю, по всем внутренностям. На что мне сказали, что это обычно, как его? Это обычная проблема машин Citroën.
Peugeot и всего прочего. Ребята, бред такой, такого бреда я давно не слышал. Во-первых, если руки из жопы, тогда нечего на машину грешить. Машина отличная, сколько лет я уже на ней езжу, ребята, все в порядке. И в один прекрасный день мы приехали в сервис Bosch, что-то, блин, у меня лицо тут отсвечивает, не очень. Ладно. Мы приехали в один прекрасный день в сервис Bosch, и нам поменяли там фильтр и масло. Фильтр мы ставили Bosch. Масло, ну, обычное Total Quartz я покупаю, 9000, там, 5W40. Вот такое я покупаю. И, ребята, я ставил эксперимент. Полтора года я езжу на этом фильтре и на этом масле. Ну, там, конечно, доливаю маслице свеженькое. Просто ставлю эксперимент. Полтора года. Ничего не течет. Колпачки не выбивает. Ну, колпак фильтра, вот этот, который там пластиковый такой колпак. Сухо. Даже ни капельки, ребята. Как в том сервисе не поставлю фильтр, через месяц еду менять. Опять поставлю, через месяц еду менять. Все выбивает, все течет, все дно засрано у машины. Это проблема Citroen. Да, меняйте машину, это вы будете постоянно так вот каждый месяц к нам кататься и менять фильтр с маслом. Ребята, поехали в Bosch. Советую обслуживаться только там. Реально очень круто. Это не реклама этого сервиса, ничего. Просто реально я вам советую обслуживаться в Bosch или в нормальных сервисах, проверенных. А не вот в этих шарашкиных конторах. Да, я очень много лет там обслуживался. Сначала было все идеально, а потом качество работы, ребята, стало оставлять лучшего. Ну, конечно же, проще обосрать машину, правильно? Сказать, что она говно, при этом ничего не уметь сделать правильно. В общем, я в шоке, ребята. Сейчас машинка чуть-чуть подогреется. Ну вот, уже все, палочка появилась, так что можно ехать. Ну, в общем, я в шоке. Просто в шоке. Так, ребята, мы приехали в Bosch, в сервис Bosch. Сейчас пойдем узнаем, ко скольки нам приехать, и купим еще сразу фильтр и масло. Так, тут сразу магазин. Все, ребята, все купили, сейчас покажу. И фильтр, и масло, и свечи. Так, ну что, я вот купил вот это масло такое. И купил фильтр. Фильтр бошевский вот такой у меня. И да, вот такой бошевский фильтр. И купил еще заодно свечи поменяем. Вот такие.
Так что ребята нас записали на 5 часов вечера. Вот, сейчас тут все занято, очень много машин, видите. Поэтому к 5 часам вечера мы приедем и нам все сделают. Ну, сейчас пойдем, наверное, по магазинам погуляем. Так, ребята, будем коротать время. 4 часа до сервиса. Приехали в Лето, в торговый центр. Сейчас пойдем просто по нему пошляемся, погуляем. Вот. А в Питере погода все меняется. То тучи, то солнце. В общем, все как всегда нестабильно. Что вот так. Да, кстати, зима хорошая. Лучше так, чем, знаете, грязь, снег, слякоть и соль вот это вся. Лучше вот так пусть будет. Вот. Кстати, в городе намного теплее, чем в области. И деревья здесь, кстати, не в снегу. Вот так-то. Ребята, ну это я не я. Если я не пойду в магазин, что-то не померю. Смотрю, вот такие джинсики черные. Смотрите. Классные же. Мне очень нравится. Кстати, мы находимся в моем любимом магазине. Кроп. Это не реклама. Шмотки здесь реально качественные, хорошие. Вот эта футболка, не знаю, года 3, наверное, ей офигенно носится, ребята. Ну, как-то так. И вот синенькие еще такие. Видите? Вот у этих цена 600 рублей. А которые черные на мне, они чуть подороже, вот. 1300. Но я не знаю почему, у них размер одинаковый. А цена почему-то разная. И одна и та же модель, кстати, только цвет разный. Ну, не знаю, ребята, что делать. По идее, мне нужны джинсы. Потому что все мои уже износились. А эти прям очень удобные. Они такие, как со стрейчем. Знаете, они прям тянутся хорошо. Ну что, брать, не брать? Как вы думаете? Мне очень нравятся. Они сидят классно. Это ура, ура. Новые покупочки. Дома посмотрим. Сейчас дальше гулять пойдем. Ну все, ребята, мы вышли из Лета. Купили одежду. Наконец-то. Я уже показывал пакеты. Вот, сейчас идем к машине и поедем мы в Окей. А потом в сервис. Менять масло с фильтром и свечами. Вот. Ну и все, в принципе. О, сколько машин сегодня, ребята, выходной день. Вообще. Да, видео выйдет не выходной день, ребята. Видео выйдет где-то на неделе. Вот, так что поэтому снимаю сейчас. Вот так. Вот так, ребята, ну что, мы уже в сервисе. Нас сразу приняли. В 5 часов, как и записывали. Так что ждем машинку. Сейчас еще пойду, меня мастер позовет. Проверю коробку, чтобы ничего из нее не текло. Что мне сказали, в течение 2 недель нужно периодически проверять, чтобы не было подтеков. Вот. Так уже сейчас меняют свечи. Осталось поменять масло и фильтр. Все хорошо. Так. Ну, все нормально с коробкой. Ничего не течет, ребята. Все сухо. Ну что, мои дорогие, все. Я приехал в гараж. Вот такие у нас тут дороги. Наш председатель ухаживает за территорией гаража, что все ходуном ходит. Одни ямы, ребята, посмотрите, какие. И все, и нормально. И супер. Так, по поводу машины. Поменяли масло, поменяли фильтр. Свечи поменяли. Все в порядке, надо будет поменять в двигателе прокладку. Немножко сочится маслице, совсем немножко, но это не страшно, но в скором времени поменяю. Так, что еще? Коробку мы посмотрели, коробка не течет, все отлично. И все, супер, ребята. Тоже все показали в двигателе, где подтеки есть небольшие. Ну, это все быстро устраняется, ничего в этом страшного. Пока нет, так что все в порядке. И еще большой плюс, что они поставили шайбу
на гайку, где там закручивается дно двигателя, откуда масло сливается. И это очень важный момент, ребята. Когда вы будете менять масло в двигателе, обращайте внимание на то, чтобы вам ставили внизу гайку. Это обязательно. Шайбу, точнее. Прежде чем закрутить вот это отверстие. Это обязательно. Вот, ребята сегодня поставили в сервисе в Bosch. Молодцы. Похвально. Так, что еще? Ну, в принципе, и все, ребята. Все, что я хотел сделать, пока с машиной, я сделал. Останется мне поменять только диски тормозные, задние с колодками, и все. И вот эту прокладку. Так, все в порядке. Купили джинсы. Я все-таки взял оба. Обе пары, синие и черненькие. Мне они очень понравились, они очень удобные, приятные к телу. Так что все хорошо, мои хорошие. Все хорошо. Себя уже не показываю, потому что уже темно, ничего особо не видно. Вот, сейчас приеду домой, буду отдыхать. Так что все, мои хорошие, на сегодня я свой влог заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, конечно же. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. Значит, вам нравятся мои влоги. Это очень-очень приятно и ценно. Отдыхайте. Всего вам самого хорошего. Всего вам самого доброго. Всем пока.